Друзья, курс по диабету. Честно говоря, я бы вам порекомендовала все-таки пойти в систему «Старости нет», потому что там с обратной связью, каждый день в чате, там большое количество девочек, которые тоже выгребают из состояния инсулинорезистентности и сахарного диабета. Но если вы не в системе «Старости нет», вам не подходит этот формат, то, конечно, используйте готовый продукт. Это 4 записи, касающиеся людей, у которых инсулинорезистентность или уже сахарный диабет. Первое занятие. Я вам расскажу, почему вы должны стремиться к тому, чтобы просыпаться на глюкозе 5,5 и весь день проводить в состоянии «у меня глюкоза 5,5». Как подобрать питание, как сделать так, чтобы это было действительно так, как я сказала. Я вам расскажу все о гликации, и вы поймете, что иногда нужно прям использовать лекарственные препараты или даже инсулин, но не разрешать гликации разрушить ваше тело. И вы меня очень подробно поймете, это первое занятие. Второе занятие, мы с вами разберем гликемический индекс и гликемическую нагрузку, и у вас отпадут все вопросы. А этот продукт есть? А этот есть? А этот есть? Вы будете знать, можно ли эти продукты есть и в каком количестве их можно есть. Я сразу скажу, что вам можно все, несмотря на то, что у вас инсулинорезистентность и сахарный диабет. Но вы должны знать, в каком количестве, чтобы это не травмировало ваши белки. Третье занятие, мы разбираем ошибки. Дело в том, что вы угодили в самая часто встречающаяся ловушка инсулинорезистентный сахарный диабет. Вы прям угодили.